Магілёўскаму беларуска-расійскаму універсітэту споўнілася 55 год. Сёння ВНУ па праву лічыцца адным з паспяховых і сучасных інавацыйна-адукацыйных цэнтраў рэгіёна, дзе рыхтуюць спецыялістаў самага высокага ўзроўню для розных галін эканомікі. Сярод выпускнікоў магілёўскай машынкі кіраўнікі прадпрыемства, знакамітыя прамыслоўцы і палітычныя дзеячы. З гісторыяй і традыцыямі юбіляра знаёмілася наша здымачная група. Первый набор студентов у Могилевске, тогда еще машинобудовничий институт, отбылся в 1961 году. Игорь Михайлович Кузьменко – один из первых выпускников того потока. Студентов было всего лишь нашего приема 125 человек. То есть можно сказать, что в принципе юбилей университета – это и ваш Это может на полную катушку, как говорится, это мой юбилей. Я поступил сюда в машинку, мне было, не было 18 лет, и всю жизнь в этом вузе. Один корпус – не самая моцная материальная база на первых этапах, однако институт развивался згодно потребованиям часу. А с 1985 года тут перешли на прямую контактную подрихтовку белорусских и замежных студентов больше, как 20 крайних лет. Сегодняшние реалии – агульная компьютеризация и развитие высоких технологий. Студентам цікаво не просто учиться, а пропановывать вытворчести у ласной распросовки. Мне нравится то, что в университете нам позволяют изучать новые технологии, и как бы каждый новый день не похож на предыдущий. Ну, интересно. Все интересно. Даже сами смотрите, какие у нас установки. Все показывается наглядно. Как бы все доходчиво. И преподаватели все, если что, уделят внимание. Могилевская машинка сегодня – это 8 факультетов и 29 кафедр, лицей и архитектурно-будовничий колледж, институт повышения квалификации. Тут упэўнены працаваць, и галоўнае учыць трэба не на колькасць, а на якасць. У нас заключены договора о сотрудничестве и по распределению студентов со 100 предприятиями Могилевской области. Мы внедряем такие передовые технологии, которые позволяют нам повысить качество обучения. Это модульно-рейтинговый контроль контроль текущей успеваемости студента. За минулые 55 год университетом были подрыхтованы десятки тысяч инженеров и специалистов. Многие отримали дипломы с отзнакой. Сярод их великая колькость керовников буйных предприемств и организаций. Павел Савицкий, Виталь Алексеенко, Новин регион.